Он создан с учетом оптимального зонирования и рационального освоения имеющейся территории. Проблем с транспортом не будет. Вдоль индустриального парка параллельно шоссе пройдет дорога с выездом на улицу Горная. Организует и круговое движение. Частный сектор займет 11 гектаров земли. Индустриальный комплекс, расположенный между дачами и магистралью, послужит жителям дополнительной шумовой изоляцией.